Мое имя Жан де Бейн. Я рыцарь ордена Тамплиеров. Ныне, суровой зимой 1198 года, минуло 8 лет с тех пор, как я уехал из Франции, покинув свои земли, замок и свою семью. Я часто гадаю, что заставило меня последовать сюда за Ричардом Львиное Сердце. В те дни он был увлеченным и харизматичным королем. Полагаю, я, как и многие, был пленен мыслями о святой земле и о полном отпущении грехов. Но святая земля была не та, какой мы ее представляли. А обещанное искупление грехов вечно маячило где-то вдали. Но даже если я и был обманут в своих ожиданиях, мне удалось найти то, что я давно искал. Свободу. Свободу для меня и для моего рода. Жан, еще немного и нас окружат. Их слишком много, и они уже ворвались в крепость. Мартен, я предупреждал, что крепость падет под натиском. Настал день, когда сыновья Саладина сделают то, что столько лет не удавалось их предкам. Пусть так. Эта крепость не имеет значения. Ты все же принес? Да, зачем бы иначе я искал тебя в этом хаосе? Вот, возьми. Я знаю, что в твоих руках это послужит великой цели. Я буду командовать оставшимися воинами до конца. А ты должен идти дальше. Уходи. Мартен, я тебя не брошу. Это против правил нашего ордена. Ты должен выжить, друг мой. Так же, как и я. Вместе мы победим. Жан, опомнись. Командовать этими людьми мой долг и только мой. А ты, я знаю, ты исполнишь нашу задачу. Потому что ты истинный тамплиер. Уходи на юго-восток через подземный ход. Там еще нет людей Саладина. Один человек легко сможет ускользнуть. Спасибо, Мартен. Я добуду отпущение грехов для нас обоих и для моего сына. Если твой сын унаследовал хотя бы половину твоих добродетелей, он заслужил право на спасение. Иди с Богом, мой друг. Прощай. Нет, Мартен. Мы еще встретимся во Франции. Раз грехи мне не отпущены. Мой клинок благословит сам дьявол! Вот так началась эта история. За тысячи миль отсюда, во Франции, ждет моего возвращения моя семья.
Вернее, то, что от нее осталось. Когда я отправился в Иерусалим, мой брат, будь проклято его имя, предъявил права на мои земли и замок. Только одно сокровище он не смог украсть. Моего сына, Денса. Он с гордостью носит белый плащ и алый крест рыцаря-тамплиера. Это одеяние. Все, что осталось ему от меня, в некотором роде мое наследие. Февраль 1199 года. Моя цель еще не достигнута, а для Денса все только начинается. Что случилось, добрый человек? Зачем? Зачем Бог всегда карает слабых? Бог здесь ни при чем, старик. Кто эти люди? Слуги дьявола. Вот кто. По воле судьбы здесь оказался еще один герой, умолчать о котором невозможно. Это испанец по имени Эстебан Новьембре. Он вдвое старше моего сына. Эстебан умный и, в общем, надежный человек, но сейчас... Сейчас он и не подозревает, как его судьба сплетется с судьбой моего сына. У этого человека особый дар. Попадать в переделку и выходить сухим из воды. А, Эстебан! Недаром мы 3 дня выслеживали тебя. Думал удрать с нашей долей добычи, наглый пройдоха. Надеюсь, она все еще у тебя. Ты прав, омбре. Я пройдоха. А твоя доля сейчас отягощает мои карманы. Меня беспокоит вот что. Сумею ли я унести и ваши кошели? Увы, мой сын также умело попадает в разного рода переделки. Деревня пуста, мессир Бонифаций. Можно даже мечи не обнажать. Великолепно, Бодуэн. А церковь? Не тронута. Она вон там, недалеко отсюда. Кто тут у нас? Тамплиер? Отправился в крестовый поход, да заблудился? Тамплиеры! Тьфу! Церковники в красивых одеждах! Любой крестьянин одолеет в бою этого щенка! Говоришь, тамплиеры простые церковники? Будем считать это подготовкой к сражениям. Справиться с 5 вроде вас. А может... Дэн способный воин и в бою не теряет головы. Возможно, причина в том, что он несет тяжелую ношу. Проклятие тамплиера. Это великая сила, которая вскоре изменит его судьбу. Дэн Стебель. Я пришел за тобой. Снова ты?
Оставь меня в покое! Сгинь, призрак! Ты проклят, и тебя ждет бездна ада. Подойди ближе, тогда и увидим. Фантасмас! Фантасмас! Заблуждаешься. Ты пролил кровь и пробил час расплаты за грехи. Я пришел, чтобы забрать твою душу. Ты просто морок. Сейчас ты исчезнешь. Со мной так уже бывало. Мне нужно просто прийти в себя. Не сейчас. Мое время еще не настало. Я отнимаю жизни, лишь творя правосудие. Сопротивляться бессмысленно. Я жнец душ. Я везде. Я вечен. Он посылает меня за душой, и я ее забираю. К несчастью для тебя, я знаю, где ты не сможешь отнять у меня душу. Я же сказал, мой час еще не пробил. Священная земля. Сюда ты ступить не можешь. Сегодня ты не заберешь меня, жнец. Оставь надежду. Я повсюду. Я вечен. Время не имеет значения. Однажды ты не сможешь уйти от меня. Мне нужен лишь миг, чтобы забрать твою душу. Мое время не пришло. Ну что ж, зато я нашел место для ночлега. Просто морок! Наваждение! Словно оживший кошмар. Но неужто я и правда заснул в церкви?
Злое дело, которое сотворил мой брат, заставило моего сына отправиться в странствие. Чтобы заработать на хлеб, он стал наемником и служил каждому, кто мог заплатить. Так, живя от одной битвы до другой, он в конце концов оказался на службе Бонифация Монферратского. Летом того же года войско маркиза осадило замок Бирон, в котором жил мой старый друг. Фли! Появляется Бодуэн Фландерс, командующий войском Бонифация. Еще один опасный человек. К несчастью, мой сын служит под его началом. Мы уже целый месяц караулим этих трусов под стенами. С меня хватит! Сегодня мы поставим Мартена Дальге на колени! Разрушьте его дом! Разграбьте казну! А людей перебейте! Наемники! Отрабатывайте жалование, псы! Сегодня ночью вы либо будете пировать, празднуя победу, либо сами станете пищей для червей и ворон. Мне все равно. Настал последний час! Мессир, мы пытались, но все безуспешно. Решетка слишком прочная, даже таран ее не берет. Сперва нужно как-то оплавить ее. Да, мессир. Они осыпают нас градом стрел. Мы не можем подобраться! Хватит ныть! Мантилеты защитят вас от стрел! Подберитесь поближе, забросайте ворота мешками с селитрой и подожгите! Остальное сделает таран, ясно? Зачем рисковать своей шкурой, поджигая ворота, когда можно проделать брешь в стене из требушета? Потому что Бонифаций Монферратский, который платит вам жалкие твари, хочет получить замок в целости. Я намерен исполнить его волю. Вперед! Вы берете первый мантилет, а вы двое — второй. Испанец, вы с Дебейлем третий. Дебейл. Красивое имя для наемника. А меч держать он умеет? Не бойся, умеет. А что до имени? Ну, может, он считает себя героем. Хватит болтать! Шестеро к тарану, а за ними вы с мантилетами. За дело! Победа или смерть? Слушай, испанец, идем вперед в промежутках между залпами. Если видим стрелы, то ждем и молимся, чтобы эта трухлявая деревяшка выдержала. Ясно? Понял, герой. Я на тот свет тоже не тороплюсь. Вперед! Смерть! Что за бой? Дебей! Ты со страху доспехи не скатил! Воины получили приказ умочиться на мантилеты и только затем отдать их нам. Проклятый француз! Что за глупость? Как же можно так воевать? Ты еще спасибо скажешь. Мокрые шкуры защитят нас от горящих стрел. Ты же не хочешь поджариться, словно еретик на костре? Ну все, пора. Вперед! Ха-ха-ха! Они думают, что могут убить Эстебана на Вьембре. Скоро они пожалеют об этой ошибке. Испанец, ты слишком много болтаешь. Побереги силы. Идем, испанец. Успокойся, Омбре. Держись со мной и не пропадешь. А, вот как. Разве я не говорил? Я рожден под счастливой звездой. Под счастливой звездой? Я поверю в это, когда она спустится с неба и станет воевать за меня. Укрытие! Мы же еще живы! Вперед, Омбре! Бадуэн называл тебя Дебей. Рыцарь? Он кавальеру? Зови меня Дэнс. Почему высокородные вроде тебя месят тут грязь и таскают по полю боя обоссанную деревяшку, словно простой наемник?
Из любви к приключениям, разумеется. Ты ведь такой же, да? Укрытие! Мы почти у цели. Не подведи меня, испанец. Погоди-ка, Умбре. Может, сначала займемся лучниками? Не стой там долго, а то подстрелят. Лучники сами себя не убьют! Защищай себя! Ха. Теперь они 10 раз подумают, прежде чем высунуть нос. Можно бросать мешки. Прикрой меня. С ними покончено. Кидай мешки, пока не подошла подмога. Эстебан, в одиночку я не справлюсь. Тяни! Отпускай! Еще раз! Тяни! Уже почти! Отпускай! В атаку! Убейте этих трусов! Вперед, испанец! Посмотрим, какой ты счастливчик. Thank you.
Обороняйтесь! Вы сражаетесь за свою землю! Вперед, воины! Выпустим им кишки! Замок, и мои люди будут защищать его до конца. Был твой, а теперь наш. Убить их всех. Наша кровь окрасит море. Люди Дальге нас не остановят! Убейте их! Yeah.
подземелье! Поймать его! Теперь ваша очередь, негодяй. Обращаться с мечом. Теперь посмотрим, что ты сможешь сделать с огнем. Мадре де Диос, старый кошмар, только не это. Испанца ты, может, и напугал, но для меня такие трюки обычное дело. Значит, ты тоже проклят. Сразу два проклятых. Пусть так. Я не позволю вам украсть то, что защищал всю жизнь. Я все еще сплю. Или ты правда спас мне жизнь? Да, это кошмар. Более опасный, чем тебе кажется. Если тебе дорога жизнь, вставай и дерись. Понял, кавальеро? Я буду драться. Я обязан тебе жизнью, но ты должен мне кое-что объяснить. На все вопросы я отвечу позже. Но сейчас давай прогоним этого демона. Готовьтесь к смерти. Не думал, что Бонифаций пришлет такого же проклятого. Похоже, ты хорошо владеешь силой проклятия. Кто ты, наемник? Я не наемник. В моих жилах течет кровь тамплиеров. Мое имя Де Бейль. Де Бейль? Значит, ты сын Жана Де Бейля? Теперь я понимаю, почему твой отец так в тебя верил? Что? Ты знаешь моего отца? Говори! Мартен, давно не виделись. Бонифаций Монферратский. Когда я услышал, что Бодуэн напал на мой замок, то сразу понял, что за ним стоишь ты. Наемники, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Бодуэн, отведи их в лагерь и щедро награди. Мы выиграли битву. Мессир, этот человек... Я все сказал. Вам здесь делать нечего. Что ты хочешь сказать? Оставьте нас и идите, пока добычу не поделили без вас. Идем, Эстебан. Милый Мартен, старый друг.
Я знаю, что реликвия спрятана в замке. Но ты же скорее умрешь, чем отдашь ее мне. Так? Я исполню твое желание. Глупец! Неужели ты думал, что я буду хранить ее здесь? Я отдал ее тому, кто заслуживает этого больше, чем я. И я видел, что сын того рыцаря превзошел отца. Ты болван, Бонифаций. Сын? К черту загадки. О каком сыне ты говоришь, Мартен? Отвечай! Тебя погубит твоя же ненависть, Бонифаций! Говори, или умрешь! Дебейль, где юный Дебейль? Вы сами отпустили его, мессир. Он взял деньги и ушел со своим испанцем. Что? Проклятье! А он не сказал, куда направляется? Не волнуйтесь, мессир. Дэнс Дебейль идет в замок Экри, чтобы принять участие в рыцарском турнире. Похоже, он собирается стать крестоносцем. Замок Экри... Значит, юный Дебейль ищет своего отца, который не вернулся из Иерусалима, а крестовый поход всего лишь повод. Дебейль знает, где его отец. Превосходно. Уже твердо решил? Крестовый поход – моя единственная возможность найти отца. А лучший способ – присоединиться, принять участие в этом турнире. Ты собираешься драться, чтобы все остальные кабальерос тебя заметили? Да, это рыцарский тур. Придется заявить о своем благородном происхождении. Тебе ведь понадобится оруженосец. У всякого рыцаря есть оруженосец. Эстебан, ты хороший товарищ, но здесь наши пути расходятся. Удачи! Слушайте, благородные рыцари и прекрасные дамы! Слушайте, добрые господа и храбрые воины! Личные поединки закончены! Сегодня начинаются битвы двое на двое!
Подходите и записывайтесь. А, видишь, это судьба. Да, похоже, у судьбы есть чувство юмора. Но храброго ли оруженосца она мне дарит? А, да ты что? Ты ведь уже видел меня в деле. И лучшего спутника тебе здесь не найти. Слушаю вас, мессир. Я Дэнс де Бейль, сын Жана де Бейля. Желаю принять участие в турнире. Прекрасно. Кто будет вашим товарищем по оружию? Вот этот человек. Его зовут Эстебан Новьембре. Да будет так. Сир Дэнс де Бейль и Эстебан Новьембре, готовьтесь к турниру. И пусть вам улыбнется удача. Скажи мне вот что. Правда ли, что господин Виллардуэн набирает воинов? По воле его святейшества, папа Иннокентия III, сам Фульк из Неи прибыл сюда набирать крестоносцев. Кроме того, юный сир, имейте в виду, турнир – отличная возможность привлечь к себе внимание благородных покровителей. Отлично. Спасибо. Ну что, мы снова товарищи? Дам вам один совет, мессир. Если вы надеетесь одержать победу на турнире, то вам следует немного поупражняться вместе с другими участниками. Быть может, так вы сможете научиться новым приемам и хитростям. Когда настанет ваш черед, вас вызовут. Следующий! Разве больше никто не хочет сразиться? Вспомним основные приемы. Если противник отбивает все твои удары, тебе следует разбить его защиту. Разбить защиту, да? Попробуй, сам все увидишь. Хочу тебя предупредить. Если попытаешься разбить защиту врага, который не отбивает удары, он с легкостью уклонится от атаки. Такой ошибки я не допущу. Итак, сражения начинаются! Встречайте! Сир Дэнс де Бейль и его товарищ Эстебан Новьембре! Их противники – сир Антони де Фужер и сир Карибер де Монсигюр! Смотри, Эстебан! В ложе сидит Жофруа де Виллардуэн. Он здесь главный. Я должен блеснуть на турнире, чтобы он взял меня на службу. Омбре, у меня нехорошее предчувствие насчет этого похода. Но за мной должок, так что я помогу тебе блеснуть. Давай! Рассмотрим еще один прием. Контратаку. Контр чего? Впервые слышу. Если правильно отбить удар, противник потеряет равновесие, и тогда у тебя будет над ним преимущество. Ты сможешь атаковать и даже нанести смертельный удар. Правда? Давай попробуем. Ah!
настоящий бой. И вот его участники. Победители прошлой битвы Сир Дэнс де Вейл и его товарищ Эстебан Навьембре. Приветствуйте их соперников. Сир Разамун де Казенёв и его верный оруженосец Теодерик де Там. Мы должны победить. Не подведи меня. Будь спокоен. Парируя удары, не забывай, враги без колебаний постараются разбить твою защиту при первом удобном случае. Они не посмеют. Это опасно. Готовься уклониться от удара. В таком случае, надеюсь, они быстро меня убьют. Иначе я встану и перережу их, как свиней. Итак, начнем третий этап сражений. Вот увенчанный славой сир Дэнс де Вейл и его верный спутник Эстебан Навьембре. С ними скрестят клинки сир Аларик де Гюйвер и его товарищ сир Авид де Рокпарон. Долгого использования оружие не выдерживает. Рано или поздно оно ломается. Правда? Ты так думаешь? Да. Клинок не вечен. Его нужно время от времени осматривать. Оружие разлетелось на куст сломанным клинком. Труднее ранить противника. И кроме того, им уже нельзя проводить некоторые приемы. Так что будь осторожен. Ай-яй-яй. Я не хочу проиграть турнир из-за сломанного меча. Кузнец, настоящий мастер. Последний поединок, Эстебан. Победа близка. Считай, что лавровый венок уже... Итак, четвертая и последняя битва начинается. Смотри, это он. Вот он, командующий священным крестовым походом Бодуэн Фландерский и его спутник Гельмгот де Ландервиль. Дэнс, что будем делать? Будем побеждать. А, какое несчастье! Похоже, у наших славных воинов Сира де Бейля и Навьембре оказалось сломанное оружие. Thank you.
Этому не бывать! Я с тобой поквитаюсь! Не нравится мне все это. Мужайся, Эстебан. Для нас это возможность отличиться. А, оружие разлетелось на куски. Ты не одолеешь меня! Не ожидал? Ай, только не это! Держись, Эстебан! Победа будет за нами! А, так вот, как ты победил Дальге. Значит, ты тоже участвуешь в этом маскараде. Любопытно. Надеюсь, победа достанется мне! Дебейль хороший воин. Иди и предложи то, что ему нужно. Возможность вступить в нашу армию. Как угодно, мессир. Его спутника тоже пригласить? Старого испанца? Да. Как бишь его там? Септембре, кажется, или Десембре. Звучит как месяц. Славно, Дебейль. Славно. Благодарю тебя за то, что помог мне присоединиться к армии крестоносцев, Эстебан. Помоги мне разобраться. Что это за проклятие? Почему я вижу обожженных людей и горящие скелеты? Не волнуйся. Мы освободимся от проклятия. Непременно освободимся. Сир Дебейль? Сир Новьембре? Ух ты, сир! Как это приятно! Зачем мы вам понадобились? Сир Жофруа де Вилардуэн, хозяин этого замка, предлагает вам вступить в ряды доблестной армии, которая завтра отправляется в Иерусалим. Кроме того, вам предложено явиться в лагерь за городом, откуда выступит армия. Спасибо. А где этот лагерь? Thank you.
Так что, Дэнс, ты в самом деле собрался в этот поход? Да. Крестовый поход для меня единственный шанс все исправить. Амиго, я что-то не понимаю. Ты хочешь разбогатеть? Привезти домой пару заморских красавиц? Все не так просто. В общем, мой отец так и не вернулся из Иерусалима. А, он был в третьем крестовом походе? Да. Когда я был еще ребенком, он доблестно служил под знаменами Ричарда Львиное Сердце. Пока его не было, ну, мой дядя, он... Так... Уничтожил нашу семью. Отнял все, что у нас было. Дом, земли. Только отец может все исправить, и поэтому я должен его найти. Стой, стой, кабальеро! Правильно ли я понял? Уж не хочешь ли ты сказать, что мы тут геройствуем ради того, чтобы какой-то старик вернулся с войны или весьма вероятно с того света и потом в одиночку захватил целый замок? Ты недавно спятил или родился такой? Мой отец – законный наследник. Он заставит дядю вернуть наши владения. Мадре де Диос, помоги мне. Верни ему разум. Я вот что тебе скажу, испанец. Мне наплевать, что ты обо мне думаешь. Я сделаю все, чтобы найти отца, чего бы это ни стоило. И пока ты его ищешь, за нами охотится сам Сир Муэрте. Это непредвиденное обстоятельство. Я тебе еще пригожусь. Возможно, мне стоит отправиться вместе с тобой. По-моему, это не очень... Вот они! Глупцы! Бодуэн Фландерский не прощает оскорблений. Вы заплатите за это своей жизнью! Ну что, помолитесь тогда мы убьем их! Покончим с этим. Считает себя настоящим героем.
Лучники! В укрытие! Главное оружие, оно сияет. Берегись, засада! Староват я уже для этих дел. Мы вас всех уничтожим! Еще раз! Сдохните! Эстебан, смотри, у тебя стрел хватит? В своем возрасте я бы прикончил их одной стрелой. Thank you.
Лучше некуда. И как выбираться? Выход всегда есть, испанец. Нужно только понять, как его найти. Если хочешь пробить стену кулаком, я бы тебе не советовал. Даже в проклятии можно найти преимущество. Соберись. И загляни себе в душу. Смотри, вот слабое место в стене. Инкраибле. Главное оружие, оно сияет. Умрите, псы! Подъемный мост! Точно! Подъемный мост, который сейчас поднят! Здесь должен быть какой-то управляющий механизм. Ну, на месте этого механизма я бы спрятался вон в той сторожке. Здравая мысль. Идем. Он что, послал целую армию? Thank you.
совсем как новая. Умри, глупец! Они попались! Именем графа Фландерского убить их! Пошли! Время дорого! Надеюсь, отец научил тебя ездить верхом! Но! Вперед, Дэнс! Лагерь Виллардуэна в той стороне! Надеюсь, армия нас подождет! Но! Вперед, принцесса! Принцесса? Ха-ха! Ты что-то сказал? Старина, испанец еще шустрый! Лагерь Виллардуэна должен быть где-то рядом. Вот он. Лагерь Виллардуэна. Обратной дороги не будет. Ты точно хочешь пойти со мной, Эстебан? А у меня есть выбор. Если я останусь, меня прикончат люди Бодуэна. Ты же испанец, так? Может, вернешься на родину? Чтобы попасть на эшафот? Ну, muchas gracias. Ты следуешь за мной, чтобы избежать гибели, но правильный ли это выбор? Нас ждет долгий путь, на котором нам встретится гораздо больше опасностей, чем ожидают тебя в Испании. Более того, крестовый поход – святое дело. Он принесет мало пользы тому, кто не верит в Бога. Разве я говорил, что не верю? Ты ведь не признаешь над собой ничьих законов.
Может, я и преступник, но у меня есть принципы. Ты спас мне жизнь, так что я в долгу перед тобой. Если бы не ты, от меня бы осталось лишь пятно крови на мече Дальге. Надо же, я встретил преступника с принципами. Стой, кто идет? Я Дэнс де Бейль, а это мой оруженосец Эстебан Навьембре. Мы здесь по приглашению сира Жофруа де Вилардуэна. Пришли помочь нашим братьям нести крест в Святую Землю. Ты, конечно, силен, щенок, но ни в какой поход ты не отправишься. Ой, он здесь. Надеюсь, мы поплывем на разных кораблях. Конечно, он здесь, ведь он один из командиров. Ваше представление меня позабавило, но всему есть предел, соломенные рыцари. Позабавило? Мы выставили тебя на посмешище. Вся Франция смеется над тобой так, что даже в Италии слышно. Сдается мне, эту шутку он не понял. Может, устроен для него новый спектакль? Дэнс, это мне нравится. Граф Фландерский, ты отправил за нами половину армии, и все-таки мы здесь. Игра вышла забавной, но пора ее прекратить. Мы победили. Дай нам пройти. Молчи, ничтожество! Этот крестовый поход — дело всей моей жизни, и я не позволю сорвать мои планы! Наша кровь окрасит море! Немедленно прекратить! Что вы себе позволяете? Мы просто защищаемся, мессир! Этот безумец хочет нас убить! Вы лишились разума? Мы же христиане! Как можно обращать оружие друг против друга, когда в Святой Земле нас ожидает полчища врагов? Мы здесь, чтобы отправиться в поход. Дебель, юный воин, которого я видел утром. Я тебя помню. Входи. Но, прошу, держи меч в ножнах. А ты, Бодуэн, ты позоришь все наше войско. Ведь ты должен подавать пример остальным. Эй, ты, прикажи капеллану его перевязать. Thank you.
Ха-ха-ха! Он получил по заслугам! Если он командует войсками так же славно, как дерется, сарацины найдут его представление забавным. Дэнс? Да? Что это за проклятие? Почему я вижу обожженных людей и горящие скелеты? Почему могу обрушить стену голыми руками? Думаю, оно проистекает из деяний наших предков. Я бы предположил, что твой отец, а может даже его отец, совершил какой-то страшный грех. Мой отец? Грешник? Не знаю, может, дело в тебе. В любом случае, проклятие падает на того, кто совершил чудовищное преступление, и передается будущим поколениям. Кара Божья, если угодно. Откуда оно взялось, для меня остается загадкой. Но я... Ну ладно, я не праведник. И в свое время я украл пару пистелушек. И за это меня осудили на вечное проклятие. Значит, согрешил кто-то из твоих родных. Я не могу дать тебе ответ. Ясно одно, мы с тобой обречены отправиться в ад, и ничего тут не поделаешь. Я понял. Этого не может быть. Наверное, я сплю. Матушка? Нет, не может быть. Сын, посмотри на свою мать. Из-за тебя ее повесили. Матушка, прости. Прости меня, я не смог тебя спасти. Твой дядя предал нас. Он много лет мечтал заполучить наши земли. Он не достоин носить наш герб и имя Де Бейли. Отправился в крестовый поход, чтобы искупить грехи нашей семьи. А ты позволил врагам убить мою жену. Я найду тебя, отец. И вместе мы вернем замок. Я отомщу за вас, клянусь. Моя жена мечтала объехать весь мир, побывать в стране, где живет кот с человечьей головой. Ее мечта так и останется несбывшейся. Но, отец, это не моя вина. Я мечтал отправиться вместе с ней. Что ты делаешь в моем сне? Ну и странные же дела творятся. Друг мой, это не сон. Это жнец душ. Даже во сне он пытается забрать наши души. Проклятие убивает нас. Что это значит? Хочешь сказать, мы мертвы? Еще нет, Эстебан. Мы попали в ловушку, которую подготовил для нас жнец. Но это еще не конец. Но если это правда Ла Муэрте, почему он до сих пор не забрал наши души? Не знаю. Но с тех пор, как мы сражаемся вместе, он, похоже, стал остерегаться нас. Он что, нас боится? Не совсем. Но он знает, что ему нужно потрудиться, чтобы забрать наши души. Потрудиться? Ха-ха. Ну что ж, я буду ему достойным соперником. Если бы я был жнецом душ, то попытался бы заманить нас в этот фонтан. Тебе не кажется, что он не на своем месте? Мне кажется, что здесь все не на своем месте. Жнец душ обращает против нас сны, делая из них кошмары.
Мои руки объяты пламенем, но мне не больно. Да, это огонь очищения. Наша власть над проклятием растет. Сила этого пламени позволит нам очистить это место. Моя душа томится в этих проклятых воротах. Сожги их, освободи меня, очисти меня. Чувствуешь, какая злая сила исходит от этого распятия? Очистим его с помощью священного огня. Да что ты, шопер? Бывали у меня странные сны, но это чуднее всего. Ведь вчера я не выпил ни капли, брат. Сердце. Это так странно. Странно? Хочешь сказать, так ужасно? Наконец-то! Вы поддались. Теперь я смогу забрать сразу обе души. Ты не знаешь покоя. На этот раз вам от меня не спрятаться. Вам не суждено увидеть рассвет грядущего дня. Ибо сейчас я вырву души из ваших тел. Эстебан, мечи здесь не помог. Попробуем применить священный огонь. Понял. Один отвлекает его внимание, другой сжигает. Священный огонь? Откуда? Это невозможно. Попытки бегства тщетны. Эстебан, поддадим жару. Ярость огня. Это мне по душе. Я жнец душ. Я не победим. Не поджаришь вот это!
небом! Поддадим жару! С этим проклятием мы уже смелись! Я вечен, и я вездесущ. Это конец? С ним покончено? Нет. К несчастью, он и дальше будет идти за нами по пятам. И поверь, нам еще придется сойтись с ним в бою. Мой сын и его друг вступили в армию крестоносцев в Суасоне, где провели 2 года, обучаясь ратному делу. Туда же прибыли армии Тибо Шампанского, Симона де Монфора, Рено де Шатильона и, конечно, Бонифация Монферратского и его подручного Бодуэна Фландерского. Почти 30 тысяч человек должны были отправиться в Венецию. Там Вилардуэн и другие предводители крестоносцев вели переговоры о строительстве флота с венецианским дожем, почтенным Энрико Дандоло. Тибо, граф Шампани, первым откликнулся на зов Папы Римского и должен был возглавить армию крестоносцев. Однако в мае 1201 года скончался. Не успели предать земле его тело, как начались поиски преемника. Бонифаций Монферратский оказался в нужное время в нужном месте. У него была репутация человека надежного и способного вести за собой людей. При поддержке Бодуэна Фландерского он был избран новым командующим 4-го крестового похода. Летом 1202 года крестоносцы отправились в Венецию. Увы, по пути многие дезертировали, и к осени армия насчитывала лишь 12 тысяч человек. Командиры собрали деньги со всех воинов, но даже при этом им не хватило 34 тысяч марок до суммы, за которую венецианцы согласились построить им флот. Хитроумный дож Энрико Дандоло предложил крестоносцам иной способ уплаты долга. В течение многих лет венецианцы пытались подчинить себе Зару, хорватский порт в подданстве у короля Венгрии.
Дож предложил крестоносцам отсрочку уплаты долга, если те помогут ему захватить Зару. Мнения командиров разделились. Кое-кто отказался обнажать оружие против христиан, но большинство, опасаясь потерять вложенные средства, согласились начать осаду Зары. Крестоносцы впервые выступили в качестве наемников и начали уклоняться от своей святой цели. В то же время Бонифаций Монферратский незаметно покинул армию и отправился в Рим, где получил тайную аудиенцию у папы. Прошло много времени, прежде чем я узнал о том, что произошло на той встрече. А Денс и его непутевый друг-испанец получили шанс проявить свою доблесть в ратном деле. Знаешь, Дэнс, у меня на родине это называли бы «La Mission Suicida». Потише, Эстебан. Что? Потише? Нас посылают на башню, где полно стражников, и мы вдвоем должны разрубить железную цепь толщиной с ногу. И все, что ты можешь сказать мне, потише! Эстебан, если бы ты не ударил капитана и не усомнился в порядочности его матери... Сейчас мы сидели бы в тепле. Чтоб меня! Да он жульничал в кости! Слушай, мы должны разделаться с этой цепью, нравится тебе это или нет. Просто уйти мы не можем. А теперь помолчи, пожалуйста, иначе нас услышат. Эстебан, сюда! Дай руку! Пробраться незаметно невозможно. Эх, было бы все просто. Мы стучим, нам открывают, мы нападаем. Эта башня отражала атаки с моря в течение многих веков. Наверняка в стене есть слабое место. Дэнс, только не говори, что наша жизнь зависит от твоего волшебного чутья. Этот замысел кажется безумным даже мне. Как будто вчера выковали. Это смена караула. Убить их всех! Дешевый! Честное слово, если выживу, я больше никогда не буду жульничать в кости. Что? Ты же говорил, что жульничал он. А, какая разница?
тоже стоит подняться наверх. Лезем! Вот баллисты, про которые говорил капитан. Ну и как нам их уничтожить? Применим силу проклятия. Разлетелось на куски. Помощь!
внутри. Ты был прав. Механизм за той решеткой. Но другого пути нет. Заперто. Здесь мы не пройдем. Идем искать другой вход. Доверься мне. Помогает сам дьявол! Убейте их! Враги напали на башню! Как мы не смогли подобраться? Значит, их не двое, а больше. Беги в город! И башня в осаде! Теперь флот сможет зайти в гавань. Уходим отсюда! Бог мой! Тут резня! Это война!
они? Где их? Заходи с фланга! Эстебан туда! Эстебан сюда! Ни минуты покоя! Главные ворота открыты. Эстебан, бежим к лодке. Уйдем из этой проклятой башни, Омбре. Мужайтесь, крестоносцы! Сегодня мы обрушим само небо на этих язычников! Бейте мечами по щитам! Пусть этот звук станет раскатом праведного грома, который очистит землю от неверных! Неужто все войско сошло с ума? Мы плывем на верную смерть! Скоро подойдем к берегу. Готовься к худшему, друг. И почему ты всегда так спокоен? Неслыханно! И зачем только я пошел с тобой? Сам захотел. Слушайте! Наша задача как можно быстрее добраться до стен и подняться на них. Понапрасну не рисковать! Если врага не видно, значит ждите обстрела! На вас прольется дождь из железа! Тот, кто не будет думать головой, скоро ее потеряет! Все понятно? И еще! Бог-свидетель, я лично зарублю каждого, кто, забыв приказ, отправится на поиски денег и драгоценностей! Награду получите позже! Богатства тяжестью ложатся на плечи и заставляют забыть об осторожности! Жадность вас погубит! Если вас не убьет враг, то это сделаю я! Еще чего? Помните, с нами Бог! А тех, кто ему служит, ждет Царствие Небесное! Идите с Богом, крестоносцы! За моего отца! Готов! Братья! Закрывайте щитами!
собой, иначе ты мертвец. Понял. Вижу стрелы, прикидываюсь черепахой. Мадре де Диос! Смелее, Эстебан! Зачем я здесь? Смелее, мы выберемся из этой передряги. У них что, стрелы не кончаются? Надеюсь, это все не зря. Задержите их! Мы выстоим! Бейте всех! Да, долгий будет. Сара не причинила вам зла! Не место.
Они всех убьют! Убить их всех! Напоследок.
Баллисты! Сожжем их! Умрите, псы! Механизм, поднимающий решетку. Я брошу вас в море. Как прикажете. Почему ты позволяешь ему тобой командовать? Разве ты забыл, сколько раз мы ставили его на место? Потому что стоит ему приказать, и солдаты выпустят нам кишки. Соберись, займемся воротами. Вот умник выискался.
И как же ты хочешь это сделать? Ты снова все забыл. Проклятие дает возможность увидеть все в другом свете, если знать, как смотреть. Мог Бодуэн отправить нас открывать ворота вдвоем! Он хочет нас убить! Тихо! Солдаты! Занять оборону! Ни шагу назад! Нужно остановить их любой ценой! Они здесь! Здесь! Убейте их! За Хорватию! Умри, глупец! Знаешь, а если подумать, тенек-то неплохой. Эстебан, соберись. Задержите их! Ха-ха-ха!
Ваша кровь окрасит море! Yeah.
распятие. Их нужно очистить. Сам дьявол! Бейте их!
Смотри, Эстебан, там за воротами главная улица. Наконец-то мы попадем в центр города. Надеюсь, они не оставили там слишком много солдат. Нет, с чего вдруг? Разлетелось на куски.